Спасибо деду за победу. О доблестях, о подвигах, о славе жителей одной из чувашских деревень говорится в новом фильме «Батальоны моей родины». Уже завтра в эфире национального телевидения Чувашии состоится премьера этой картины. 15 лет понадобилось режиссеру фильма Владимиру Галошеву для того, чтобы собрать сведения об односельчанах, участниках Великой Отечественной войны. Более 200 жителей деревни Кошки-Куликеева Яльчикского района ушли на фронт, и половина из них так и не вернулась домой. Показать наших односельчан – это победители в войне, в Великой Отечественной войне, потому что сейчас вот в последнее время особенно чувствуется, хотят историю переписать, хотят умолить нашу победу, стали нас сравнивать с Гитлером. Это недопустимо. Мы должны активность проявить. Вот жители нашей страны, да, скажем, в данном случае я хотел показать, что наши предки были на уровне, они были достойно себя показали в Великой Отечественной войне. И нам тоже нужно быть достойным, их надо к этому стремиться. Фильм состоит из двух частей. Первая посвящена фронтовикам, которые били врага на полях сражений. Вторая – труженикам тыла. Кстати, во время работы над батальоном «Моей родины» творческая группа обнаружила имена еще 5 участников войны из Чувашии, которые ранее не были зафиксированы ни в одном официальном издании. Создать фильм «Батальоны моей родины» было решено в сентябре прошлого года. А посмотреть его можно будет уже завтра, 16 апреля в 19:15 и 18 апреля в 18:00 в эфире национального телевидения Чувашии.